38-летняя Ксения Собчак отдыхает на Мальдивах. Телеведущая потроллила женщин, которые снимают пикантные видео на курортах. Супруга Константина Богомолова устроила себе небольшой отпуск. Собчак наслаждается отдыхом на островах вблизи океана вместе с семьей. Звезда купается, загорает и изучает местные достопримечательности. Телеведущая отметила, что практически каждая девушка выкладывает пикантные снимки и демонстрирует тело в купальнике. По ее словам, многие отдыхающие снимают откровенное видео в душе. Собчак показала поклонникам забавный ролик. Она позировала в душе. Камера показала пляж и льющуюся сверху воду. Блондинка предстала в кадре в одежде. На Ксении был надет классический костюм, который благодаря оптическому обману даже к концу видео остался сухим. У каждой уважающей себя девушки должно быть сексуальное видео под душем с отдыха, иронично отметила телеведущая. Поклонники оценили выходку звезды. Они отметили, что ирония уместна. Только Собчак и сама несколько раз показывала свои новые купальники на отдыхе. «А мы только вчера видели ваши снимки на пляже в бикини с сыном», — посмеялась над собой. «Ксения, вы же тоже постите видео в купальнике с пляжа», — написали фолловеры. Ранее Собчак стыдливо позировала у бассейна на Мальдивах. Недавно блондинка сняла на видео глюкозу в купальнике. Телеведущая сравнила себя с Джиджи Хадид.